Ох, и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет. Красота, как будто рай. Вот таким бывает май. Настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает. Вот таким бывает май. Ты его не прозевай. 3 мая, день Феодора, назван в честь памяти преподобного отца Феодора. Он проводил такой строгий образ жизни, что лицом походил на мертвеца. Целыми ночами стоял в молитве, несмотря на холод и мороз, носил колючую волосяную одежду, за что и был прозван Трихиной. За свои подвиги получил от Бога власть над бесами. Совершал чудеса не только при жизни, но и после. От его святых мощей истекала благовонная целебная мира, которым излечивались многие болезни и изгонялись бесы. В этот день наши предки общались со своим родом, ходили на могилы предков и общались с родственниками. В старину этот день называли родовыми угодьями или родовыми могилками, окликанием родителей или разговором с умершими предками. И все потому, что именно сегодня умершие родственники тоскуют о былой жизни и хотят увидеться со своими живущими родными. А также именно сегодня открываются небеса, и души покойных вылетают в мир живых. Поэтому на ранней зорьке пожилые женщины отправлялись к могилам предков и начинали голосить. «Встаньте, пробудитесь, поглядите на своих детушек, поглядите на нас, сирот, своих домиков, да потешьте словом ласковым». Смысл этих слов заключался в том, что родных просили выглянуть из могил и утешить живущих добрым словом. В старину каждый род имел пристанище, где хоронили предков в земле. Называлась та земля родовым угорьем, красным угорьем, красным холмом. Итак, сегодня на заре земля открывается, и летят души предков в тончайших золотистых оболочках на свет Божий, к родным домам, навещают близких. Их ожидают за обеденным столом, который накрывают как можно сытнее, чтобы поглядели души предков, что живет их род хорошо, что не забывается память о прародителях, что семейство, взявшее корни от них, приумножается. В этот день запрещалось ссориться, делать важные дела, устраивать крестины или свадьбы. Это было время, предназначено только для поминовения умерших людей. В противном случае можно было навлечь гнев предков. В этот день категорически запрещалось ловить рыбу, которая в данное время метала икру. Приметы. Если вперед вырастает трава, то будет обильный сенокос. Если рожь, будет богатый урожай. Если много шишек на елях, богатому урожаю хлеба. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!